уничтожена. С этой стороны портал больше не закрыть. Энергия ада течет в другом мире из источника, который мы называем колодцем. Вы вернулись. Вы единственное создание из плоти, способное перемещаться между мирами. Возможно, у вас есть выход. Вега пытается получить доступ к файлам Оливии. Доберитесь до терминала, и мы предоставим вам информацию. Артефакт, который мы изучаем уже долгие годы. Я думаю, он даст вам те ответы, которые вы ищете. На нем ваш знак. Личная лаборатория Оливии не указана в базе данных комплекса. Чтобы найти ее, вам понадобится доступ уровня Альфа. Готово. Доступ к комплексу «Лазер» есть в северном секторе особого исследовательского комплекса. До него километров 80. Я включу питание поезда, чтобы вы доехали туда. Но для поездки вам понадобится корпоративная карта доступа УАК. Рядом есть пост охраны.
предоставлен. Особый исследовательский комплекс ОАК.